Закрытие летнего мотосезона было контрастной обстановке вокруг. Недавно построенная в Азовском районе трасса покрылась льдом и снегом. Тем не менее, более 50 мотокроссменов из 10 районов Омской области выстроились на параде открытия, предварявшем финальный 10-й этап областного чемпионата. Спортивный запал 7-летнего Димы Петухова, самого молодого участника соревнований, поддержали всеобщим вниманием и награждением. Но, похоже, на трех педалях за свою спортивную карьеру он останавливаться не собирается. Я захотел получать медали. А что тебе тренер сегодня говорил? Он говорил, всех порвешь. Первыми на трассу выехали мощные мотоциклы с колясками. 5 пар соревновались в условиях, близких к экстремальным, и заодно готовили трассу для двухколесных коней. В первом предварительном заезде лидировали опытнейшие мотокроссмены из Таврического района Сергей Лейс и Илья Смагин. Они не оставили шанса своим соперникам, которых уже в первом заезде опережали почти на круг. Морально не готовы, просто как бы в голове еще осень, а по факту зима. Поэтому ни резина, ни мотоциклы, то есть ничего не готово. Интересно так получается, на летней резине по снегу, как вы думали, что будет сильно скользко, но прикольно получается. Вместе ездим очень давно, поэтому мы уже знаем, кого насколько хватает, ну и стараемся как бы это, весь заезд ехать, один темп взять и ехать, потому что, ну, это лучше бьет. Пробовать второго обгонять на круг, это наша цель сейчас. Конкуренцию в юниорском классе слабо не назовешь. Преодолевая сложные участки с поворотами и заездами на горку, расстановка сил постоянно менялась. Замуниться и шлемами сразу и не заметишь, что байком управляет 13-летняя девочка. Тем не менее, Екатерина Панова, лидер в своем классе, желает поспеть за успехами своего 8-летнего брата. Мой брат вообще молодец, огромный, он лидер. Я посмотрела, думаю, ну вот он же из моей семьи, может и у меня получится, вот, и решила попробовать. Ну, правда получается? Очень страшно было видеть, когда перед тобой падают мальчики. Я аж удивлялась, я даже хотела остановиться и помочь некоторым. Брат Екатерины стартовал в следующем заезде среди спортсменов помладше. За баталиями на предельных скоростях следили и родители юных спортсменов. В том числе Федор Панов, отдавший в технический спорт и дочку, и сына, ставших чемпионами 10-го этапа в классах 65 и 85 кубических сантиметров. С сыном мы проявили как бы сами инициативу, как мужчины, и начали заниматься мотокроссом, а в этом году дочь, видя, видимо, наше увлечение, и тоже примкнула к нашему лагерю, и теперь приходится всей семьей выезжаем на соревнования, в общем, участвуем с удовольствием. Безусловно, субботней королевской гонкой можно назвать их заезды в хобби-классе, где имя победителя не было известно до самого последнего круга. Лидеры соревнований менялись с каждым преодоленным препятствием, пользуясь ошибками соперника и собственным техническим превосходством. В итоге победу в первом заезде вырвал мастер спорта по велоспорту BMX Владимир Бурлевич. Бурлевич у нас очень опытный гонщик, он мастер спорта по BMX спорту, поэтому тренируется. Ну и Будалин Андрей, и Арнаутов Илья, и Мамот Денис. Это все как раз лидеры, которые борются за чемпионское звание, поэтому посмотрим, каждому нужны очки и посмотрим, кто станет сильнейший. По результатам 10-го этапа областных соревнований победила сборная команда Омского района. Личные призы получили Александр и Екатерина Пановы, Данил Рабканов, Павел Попов, Андрей Будалин, Евгений Кульков, Сергей Лейс и Илья Смагин. Лучших по итогам всего сезона объявят в ноябре. А уже в конце января традиционно пройдет открытие зимнего сезона с гонки в Оконечниковском районе.